Итак, привет, друзья. Заканчивается запас записанных 2 года назад видеообучалок, поэтому решил, пока все они еще не закончились, в рабочем порядке записать новое что-нибудь. Выбор пал на замечательную вещь Little Walter в исполнении Марка Хаммеля. I got to go. В связи с тем, что сам ее недавно разбирал. И сейчас я вам расскажу, как играть в ней вступление. Послушаем для начала. Дальше пойдет текст, потом еще, по-моему, в общей сложности порядка 6 квадратов гармошечного соло, так что для тех, кто заинтересуется, там дальше есть над чем поработать. А мы разберем исключительно вступление. Итак, еще раз послушаем начало и как же оно играется. Итак, это вещь в тональности ля, гармошка, соль, третья позиция. Начинается это вступление с флаттера на 8-м отверстии, ну то есть на тонике. Здесь ничего сложного нет. Табы, как обычно, сейчас появятся внизу этого видео. После флаттера идет проход по блюзовой гамме. То есть пропускается только пятая пониженная. То есть идет 8 вдох, 7 выдох, 6 вдох, 6 выдох, 5 вдох, 4 вдох. Дальше у нас следующее звучит. То есть вот этот замечательный кусочек. Значит, здесь он играет бенд на третий. Затем 5 вдох, 5 выдох, 4 вдох и снова 5 вдох, 5 выдох, 4 вдох. Дальше. Дальше он играет следующую фразу. Здесь бенд на второй, двойка чистая, вдох. Затем бенд на тон на третий. И дальше четверка, вдох. Тройка, четверка. Четверка два раза, тройка, четверка. То есть... Слушаем дальше. Итак, значит, дальше он играет. Это двойка, выдох, вдох. Затем пауза. Затем 2-5 интервал на вдохе. Затем шестерка, выдох, шестерка, вдох. Четверка, вдох, четверка, выдох.
слайд на один вдох. Дальше двойка бенд, двойка чистая, тройка бенд на тон. 1-4 октава. Значит, после выдоха октавы. Дальше идет бенд на три полутона, на полтора тона, на третий, бенд на второй, единичка, такой слайд. Снова октава 1-4. И так еще раз все вместе. Повторим. Значит, повторим все вместе. Не спеша. И затем я по настоятельным просьбам Леонида Витальевича сыграю все под метроном. Итак, значит, начинаем. Теперь сейчас я постараюсь приблизительно в оригинальном темпе, насколько я смог подобрать метроном, сыграть все это быстро, как это должно звучать. Примерно так. На дошке играть не буду, потому что в третьей позиции там достаточно высоко, и все звучит не очень интересно на мой вкус. Поэтому обзаводитесь гармошкой соль, ну, либо на дошке просто разбирайте по табам. Желаю всем успеха, всем привет!